Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем Декма Перманент. Это платный заказ от человека, спасибо тебе большое, бро, за донат, за 150 рублей. Если вы тоже хотите, чтобы я послушал ваш трек или трек вашего любимого исполнителя, ваш любимый трек, в общем, что угодно, или даже альбом, то вы можете это легко также заказать, как и этот человек. Ссылочка на Twitch в описании, там есть ссылочка на донат Алерс, все внимательно читаете и отправляете деньги, ждете, как бы кайфуете, в общем... Как-то так, да. Также на Twitch вы можете просто подписаться, чтобы разговаривать с ребятами. Тут реакции раньше, чем они выпускаются на Ютубе. Ну и просто тут общение хорошее. Ну и ТГ тоже, сабнитесь, там очень много полезной информации. Вот. В общем, что это такое, почему это заказано? Непонятно. Мне заказывают как бы много агонии, много разных их треков. Это, конечно, круто, потому что знакомят меня с этими ребятами. И почему конкретно этот трек, хочется понять. Насколько я понял, этот трек еще был типа как у Вульфа, потому что вот трек «Привет, мое имя, иди нахуй», где он стал Декмой, да, а тут он типа Вульф, все еще, насколько я понимаю. Тем не менее, у нас продакшн Такизава, что, конечно, не может не радовать, очень крутой битмейкер. Ну, я не знаю, что я жду от этого трека, 22-й год, по сути, это 2 года назад был трек, ну... Декма даже на тот момент уже был силен, и я думаю, что вполне нас может разъебать. Ну, посмотрим, что это такое, почему это выпущено, почему это заказали. Хочу как бы надеяться на это. Let's go, как бы, слушаем. Окей. Не смотри в мои глаза, там меня нет. Что ты чувствуешь или я дожидаю ответ? Эти депрессии не уходят, но это проблема. Она загадка, давайте я прикрою. Я тупой, как остановить, где же находите мозга? Боль, как вас отдавать этим носом? Сука, выйдет факты, мой критик сорваться. Делаю статус, это что с головой твоя тема? Держу сердце в нормальном одиночестве. Обещаю, мои лучшие. Бля, очень крутой бит. Кайф. Ой, хорош. Ой, хорош. Ебать. Вот это хуй знает, кстати. Серьезно? Жесткий трек. Так, ну смотрите. Очень мне нравится бит. Очень мне нравится вот этот эффект. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Ну вот этот вот. Как-то вот. Перебои вот эти. Очень круто. И они очень работают с Декмой. Декма максимально чувствует этот бит. Это его бит. Тут-тут-тут. Не знаю, как объяснить. Ну, я думаю, вы поняли, да. Охереннейшие куплеты, оба причем. Отличная интро, которая типа такой с рафляночкой. Припев норм, но он тут, ну, типа такой, просто дефолт, не знаю, мне пох. Но он тут очень малую часть трека занимает, поэтому абсолютно поебать.
Основной прикол трека, как по мне, это куплеты, которые охуенно реализованы, кроме вот этих двух строчек. Вот эти две строчки мне максимально не нравятся, но опять же, для разнообразия, почему нет? Начиная отсюда, я просто сижу, охуеваю. Очень, очень круто он работает с ритмикой, он очень круто понимает, что требует бит, и что он сам хочет на этом бите видеть, и он это делает, спокойно реализовывает, потому что для Декмы это не проблема. Первый куплет тоже хороший, но хочу отметить прям второй. Вот тут он прям развитие ебейшее пошло. Бридж, хочу, кстати, тоже сказать, да, что круто, что он есть, и он, типа, дает чуть-чуть подышать. Бля, это разъеб трек, бро. Спасибо большое за этот заказ. Добавил себе в плейлист. Это очень крутой заказ. Потому что, ну, типа, это один из таких вот прям качественных треков от Декмы, которые прям безумно круто реализованных. Реально, респект тебе огромный за то, что ты загадал этот трек, очень охуенный. Ну, типа, прям как будто даже... Ну, вот из того, что я слушал... Кстати, вот есть еще ремикс, да? Но человек заказывал... Да, дефолт. Поэтому... Ну, что, как будто даже вот реально один из сильнейших треков вот для меня, что я у Декмы слушал. Хотя я очень мало у Декмы слушал. Так что так говорить, конечно, ну... Да, сам понимаю. Спасибо огромное! Да, побольше бы таких заказов, был бы кайф. Я надеюсь, что вам тоже понравилось это видео. Если так, то за это поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании, конечно же, да. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.